Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Шьет. Сегодня я вам хочу показать, как я обработала боковой шов запаковку, как обработала рукав окантовкой, также закрепила зигзагом этот мех этого клапана. Рукава также внизу запакован для детей. Показываю вам, это изнанка, изнаночная сторона. Видите, это все швы в запаковку. Здесь вот подрежу немножко. Вот видите, все здесь запаковку. Вот эта вот часть нужно подрезать так, чтобы у нас не было лишних утолщений. Чтобы не было утолщений, мы это все срезаем аккуратненько. И видите, шов запаковку закрыт. Здесь мы можем или подшить, или прострочить на машинке. Выворачиваю рукав и показываю вам, как обработан манжет и закреплен манжет. Вот видите, манжет закреплен во шве в рукаве. Я показывала на предыдущих уроках, как закреплен рукав. Вот таким образом выглядит полочка. Вот полочка. Капюшон в запаковку, боковой шов в запаковку. Этот шов у меня идет окантовка внутри. И также вот эта вот, вот часть рукава внизу в запаковку. Так как детская рука будет вот таком вот закрытом. Вы можете одеть рукавичку, можно пришить рукавичку сюда, это тоже дизайн. Можно ручку вот так вот выдвинуть, и будет ручка вот так выглядеть. Она будет теплее сверху, будет прикрыта, если у вас, если ребенок без рукавички будет прикрыт, если с рукавичкой тоже будет хорошо. И, а самое главное в дальнейшем, что можно вот эту вот часть открыть, распороть эту строчку, и у вас будет удлиненный рукав. Вы можете это пальто носить 3-4 сезона. Это очень экономно для семейного бюджета. Очень практично. И ваш ребенок будет носить 3-4 сезона. Удлинив низ, удлинив рукав, у вас будет потрясающая модель и потрясающий результат. Так как эта обработка при стирке будет очень практична, при носке практична, на снег, на мороз, на дождь. Очень удобная такая плащелка, стеганка с мехом. Это потрясающая идея. И я с вами поделилась. Не только поделилась, я разрабатывала технологию последовательности обработки специально для этой ткани, так как эта ткань требует очень щепетильной обработки. И главное, чтобы была красивая обработка. Посмотрите, какая прекрасная работа. Все здесь реглан окантован, горловина окантована, вешалочка. Запаковку, этот капюшон, в запаковку идет боковой шов, и в запаковку будет шов-реглан. Здесь можно прошить или прострочить ручным стежком, или на машинке можно прострочить очень аккуратно в шов. Тоже можно это все сделать очень аккуратно. Так что я с вами поделилась такой очень щепетильной обработкой, но очень качественной и практичной. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. А также я очень благодарна вам, что вы смотрите мои видео и также смотрите мои разработки технологий тем или иным тканям. Это вообще прекрасная ткань, которая стеганка на меху, двухсторонняя. Вы можете это ребенку одевать и не стесняясь снимать, потому что здесь будет хорошая обработка. Резинка также вставлена между плащелкой и мехом. Тоже очень хорошая технология. Это все очень важные шаги. И я с вами поделилась своими многолетними знаниями. И я вам очень благодарна, что вы со мной, что вы подписаны на мой канал Лорочка Шьет. И у вас будут прекрасные результаты пошива. Легко и просто вы сделаете свои задуманные модели. Я благодарю, что вы со мной. И очень-очень хочется, чтобы у вас все получилось. Вы просмотрите видео пару раз, и у вас все получится, потому что все доступно, все упрощенно, все технологии упрощенные, а главное качественные. И вы будете довольны своей творческой работой. Все, мои хорошие, до следующего урока. Мира во всем мире, творческого вдохновения. И всем пока-пока, всех благ.